Добрый день, я директор ДУСШ Ирина Цекова. В нашей школе проводят тренировочные сборы сборной Украины Ю-18. Пойдемте посмотрим на их тренировку. Держан, расскажите немного о сборах. Сколько уже времени девочки находятся в Бердянске и какие у нас вообще задачи на турнир? Находимся уже 12 дней. Задачи всегда есть шаг за шагом выиграть каждую игру, постараться дать максимум и получить опыт для молодых игроков. Сейчас мы будем играть в Софии, Болгария. Это FIBA Challenge, очень престижный турнир. Мы надеемся самым лучшим результатом. Ну, посмотрим. Сейчас сборы уже на завершающей стадии, они заканчиваются. То есть весь цикл вы прошли уже, да? Как оцениваете работу девочек? Ну, девочки старались и дали максимум сейчас. Но посмотрим, важно, как все закончится. Посмотрим на конце турнира. Я поставлю интерес, он не получается. Ты сразу подвигаешься здесь, руки. Ты должна помочь. К сожалению, мы попали 8 игроков, которые должны быть в основном составе. За чего? Потому что травмы. И сейчас приходится играть с младшими игроками в этом возрасту, примерно как Бирюк, которая 14 лет, а будет играть за 18 лет. Ну, он еще будет опыта набираться. Ну, в любом случае, задачи никто не отменял, да? Выигрывать каждый матч. Конечно. Удачи вам. Удачи. Спасибо. Кристина, да? Ты из какой команды? Из Ровно Бакаром. Ясно. Прошли уже практически все сборы здесь в Бердянске. Как оцениваешь работу свою и работу команды? Оцениваю хорошо. Тренера очень хорошие. Вот. Я думаю, нам очень повезло, что именно тренер национальный. Есть большие возможности. Вот. Как оцениваю команду, я думаю, что у нас есть все шансы. Как тебе вообще Бердянск? Очень хороший город. Бытовые условия? Тоже очень хорошо. Все. Местные дискотеки? Ну, я, можно так сказать, там не была, но чую по музыке-то хорошее. Ясно. Ну, местные девочки не водили туда, да? Ну, нет. Очень много комаров. Один минус. Ясно. Ну, удачи тебе на турнире и всей сборной. Спасибо. Даш, ты самая молодая в этой команде, тебе 15 лет, так? 14. 14 даже, а девочкам по 18. Ну, вот в связи с этим сложности есть какие-то? Ну, конечно, девочки, больше у них опыта, я меньше физически. Ну, я стараюсь, конечно. Очень бывает тяжело на тренировках, но... Ну, бывало, что ты в чемпионатах забивала очей по 70, да? Ну, бывало. Надо точно такое же и на чемпионате Европы показать. Ну, конечно, будем стараться все, ну, понятно, не один человек, а всей командой будем стараться играть, забивать. Задачи на турнир вам тренеры озвучивали или у вас с девочками, ну, как бы есть какой-то свой ориентир? У нас есть просто цель хорошо себя показать на Европе и хорошо сыграть. Я бы хотела медали, честно. Медали? И всей командой, мне кажется, все хотят. Ну, вот смотри, давай так сделаем. У тебя есть мяч, трехочковая зона, кольцо. У тебя есть одна попытка, мы перемонтировать не будем. Попадаешь? Все получится, нет? Ну, тогда на следующий сезон отдаемся. Не-не-не, тогда будут знать все, как будто виноват. Не, ну на самом деле шутка, удачи тебе на турнире, да, тебе, за вас все будут болеть. Спасибо большое. Ир, ну, в общем, команды из других городов по баскетболу готовы ехать в Бердянск, да? Множество команд сегодня горят желанием попасть в Бердянск. Что такое море, песок?
И нам, конечно, нужно расширять нашу инфраструктуру спортивную, потому что любая команда, которая сегодня готовится перед чемпионатом, у нее должно быть абсолютно все для подготовки. И на сегодняшний момент, если у нас был классный стадион, если бы у нас был классный зал, не только наш один ДЮ США, то мы сегодня принимали бы здесь намного больше сборных или просто команд, которые готовятся к чемпионату Украины разного уровня, возраста. В общем, у нас есть пока только море и гостиницы, да? Но нету спортивных. Да, и песок. Нету в этой цепочке спортивной инфраструктуры. О чем часто сейчас говорится в исполкоме. Да, поднимали вопрос, конечно, и наш депутатский корпус очень разбирает эту всю тему и горит желанием все-таки развивать. Ну, хотелось бы выхлопа какого-то, так? Ну, ждем. Я думаю, что все будет, все получится. Я надеюсь, что все-таки их и проекты, и их желание помочь спортсменам сегодня набирать только классного уровня, да, и чтобы мы потом в итоге слышали не только в чемпионате Украины о наших спортсменах, нашего города Бердянска, а и на европейских чемпионатах, ну и выше, конечно же. Я думаю, что даже команды из других стран бы приезжали бы сюда. Почему бы здесь не устраивать в момент подготовки тренировочной, да, процесс сборов, какие-нибудь турнирчики, которые уже такая уже подводящая часть к чемпионату. Это было бы круто. И очень многие бы хотели. Вот осталось совсем чуть-чуть самого главного. Ясно. Надеемся, получится все.